Друзья, всех приветствую, вы на канале Годуновский Бройлер. Вот наша злосчастная партия. У нас закончился ПК-6.1. Я перевожу птицу на зерносмесь. Здесь у нас сейчас на данный момент 60 где-то процентов пшеницы и 40 кукурузы, то есть пшеницы больше. Вот такая вот ситуация сейчас у нас с пометом. Это я не убирал больше 12 часов. То есть такого, что было раньше, что я покажу вот в дальнейшем, сейчас нет уже. Есть, конечно, вода, но не в таком количестве. Это больше 12 часов прошло. Так, мы в этом ролике с вами поговорим о любимой для нас теме, это о помете курином и о таком явлении, как понос. Как понос меняет нашу повседневную птицеводческую жизнь. И как такое явление, как понос, сказывается на каких-то технических решениях, на сопутствующих вещах. Скажу, кстати говоря, пользуюсь случаем сразу, что при переходе на зерносмесь, особенно при превалирующем количестве кукурузы в этой зерносмеси, у птицы тоже становится помет жиже. Это из личных наблюдений. В комментариях меня спрашивают, есть такое? Я говорю, да, что есть такое. Но, конечно, это вот стадия вот такого помета. Но никак не того, что было. И, кстати говоря, вот при переходе уже буквально за сутки я наблюдаю, что птица стала гораздо меньше пить. То есть я пришел, у меня в емкости была еще вода на дне. Ну все, поехали. Друзья, 13 января. 30 штук мы убрали. В среднем, наверное, 900 кило. Вот так вот были такие тушки. Получается им, так, сегодня 47 дней, да? 40, сколько? 48. Значит, смотрите, понос продолжается, витом не помог. Единол я даю второй день. Тоже не вижу никакого эффекта. В общем, засрали они меня конкретно. Я чищу вот эту жижу два раза в день. Вот сейчас вот поддоны, видите, просто вода стоит. Вот этот поддон я сейчас чищу. Вот этот поддон почистил. Здесь то же самое все. Они дрищут прям водой, можно сказать. Я не знаю, сейчас я не поймаю момент. Но, короче, когда они испражняются, там идет отдельно каловая масса и отдельно вода прям вытекает из задницы, извиняюсь за подробности. Молодняк вот этот вот у нас, который ПК-5-2 сейчас ест. Видите, помет сформированный, нормальный, в меру влажный, как положено. В общем, все в порядке. Эти же просто задрали. Вот смотрите, здесь у меня нет ниппельных поилок. Здесь я показывал уже, бьют из кастрюли. Если вдруг кто-то предположит, что это текут поилки, вот лужи. Лужи я уже, видите, я не знаю, следы вот остались, я вытер, короче. Вот эту лужу я не вытер, вот эти вот я здесь уже все, вот видите, следы. Я подтер, не хотел снимать, но вот прям. Так, здесь поилки ниппельные, давайте вот здесь вот. Вот, здесь кастрюля, то есть ниппельных поилок нет, ничего течь не может. Но помет... Не знаю, видно вам. Ну, с водой. В общем, текут не поилки, а течет у них из задницы, извиняюсь за выражение. Пьют они воду раза в три, наверное, больше, чем обычно. Я, ну, субъективно, конечно, говорю, так, по впечатлениям моим. Но, не знаю, в общем, потребление воды огромное просто. Я думаю, что все-таки это из-за корма. Но, опять-таки, посмотрим вот на этой партии. Вот на этой партии посмотрим, и будет понятно уже. А что еще хочу сказать? Но при всем при этом они набирают. Вот ничего не могу вам насчет этого сказать плохого. Вот, о, во, видели, нет? Получилось, попало в кадр. Как он это самое сделал, красавчик, а? Вот, о, во, видели, нет? Получилось, попало в кадр. Как он это самое сделал, красавчик, а? Надеюсь, что видно будет. В общем, набирают они.
несмотря на то, что доставляют мне просто колоссальное количество хлопот, они обосрали мне вообще все, что можно. Все оборудование засрали. Обычно, когда бройлер нормально какает, да, это все не так пачкается. На полу просто беспредел. Я тут уже убирался. Но здесь уже убрал я. Короче, я с пола. Вот эти поддоны не вмещают такое количество воды, если их не чистить раз в 6 часов. А ночью вот у меня в этот раз не получилось, и у меня все стекло через заднюю стенку на пол. И слава богу, у меня уклон сюда к середине, да, как бы строение, и не затекло ничего под обшивку. Вот я здесь вот поддон этот не дочистил, вот я начинаю убирать какашки, вы видите, какое количество здесь воды просто-напросто. Это все через них прошла вода. Вот, так что вот такая вот ситуация с этими нашими бройлерами. Я уже никак не дождусь, когда мы их уберем, но, к сожалению, не можем, потому что Лена в отъезде, и мне приходится их обслуживать здесь, практически жить у них уже. Да? Морда. Друзья, еще скажу такую вещь, непопулярную, возможно, но свое сугубо мнение выскажу, не пинайте сильно в комментариях. Вот представляете, такая картина у вас, да на протяжении 13 дней, да еще и в перспективе 7-10 дней до забоя, и на подстилке, на напольном содержании. Я не знаю, что бы я делал. Это просто был бы просто конец этой партии. Потому как даже если там вы будете каждый день там подсыпать или чистить, ну это чистить надо каждый день вам будет. И заново засыпать это. Представляете объем работы? А если этого не делать, то партию можно будет в утиль отправить. Она будет вся в этом говне своем просто купаться. А менять подстилку часто очень дорого, по крайней мере в нашем регионе. И это требует больших физических усилий, сами понимаете. А если этого не делать, то птица будет вот в этом своем помете плавать, можно сказать, пачкаться и провоняет так, что эту партию вы сможете только собакам скормить. Клиентам продать вы не сможете, а тушки будут вонять говном. И вот я сейчас вам могу, как говорится, наглядно ответить на вопрос, почему я не использую поддоны. Вот такие там поддоны из оцинковки, может быть, там из пластика, корытообразные. Потому что вот в такой ситуации вы этот поддон не сможете аккуратно вытащить, да, и почистить. У вас, если не все, то часть хотя бы выльется на пол просто-напросто. На пол, в кормушке, ну, куда-то попадет. А вот так, в виде вот таких вот поддонов, как у меня сделано, мне не нравится, потому что они, видите, как корыца выгибаются за счет поликарбоната, за счет его вот пластичности. Я не делаю часто перемычки, чтобы у меня были вот такие, видите, три ванночки получается, где скапливается вся эта жижа. Вот. И я аккуратно скребком все удаляю эту в емкость. Так что вот поэтому я не использую поддоны. У меня не первый раз уже такая ситуация с поносом. У меня была такая ситуация на Александровском комбикорме. Вот. И я пришел к мнению, что в моем случае это единственный вариант для меня удобный. Те же даже плоские поддоны, вот если здесь что-то использовать, типа плоского шифера, и все вот такое у вас будет стекать на пол, скорее всего. Ну, если не чистить, я говорю, там каждый час, грубо говоря, или еще чаще. Так что вот такое мое видение. О, слышно было, но не видно. Ладно, еще кто-то поливает тут мне на поддоны. Вот покажу вам нашу экспериментальную партию, которую мы кормим на Маркорм по их программе. И обозначу такой момент, что после выхода ролика про понос у нашей птицы с нами связался Маркорм и предположил, что проблема эта вызвана резким переходом с одного корма на другой. В чем, в принципе, я согласен, может быть, отчасти, но согласен. Значит, переходили мы с одного корма, как мне объяснили, на ПК-6.1, где обменка очень высокая, 320, там много жиров. И это вызвало резкий переход, вызвал вот такую реакцию ЖКТ. Но которая, к сожалению, эта реакция, как мы видим, не прекращается на данный момент. Но главное, что птица растет, конечно, доставляет неудобства определенные мне.
но птица растет. Вот, в этом ПК-6.1 много масла, жиров, и вот такая реакция у птицы. Так вот объяснил это представитель Маркорма. А что это, переход резкий или другая причина, мы узнаем, скорее всего, вот по этим птицам. Все на этом. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, комментируйте. Всем пока!